Таланты Такаюки Кубота не обошел своим вниманием и Голливуд. Сокэ имеет отношение к созданию более чем 300 фильмов. У меня есть еще одна серьезная работа – съемки в фильмах. Но когда я снимаюсь в кино, то можно забыть о семинарах. На карате просто уже нет времени, а это плохо. В кино зарабатываешь больше денег, но карате для меня важнее. Благодаря карате я могу встречаться с разными людьми. Мне нравится общаться с людьми. Сегодня в свои 84 Сокэ Кубота продолжает регулярно преподавать карате в своем додзё в Глендейле, в Калифорнии, а также ездить по миру, обучая карате своих многочисленных последователей во многих странах. Симпатичный и скромный человек Такаюки Кубота неизменно вызывает уважение и преданность у всех окружающих. Каждый ученик мастера Кубота отзывается о нем очень положительно. То есть это прекрасный человек, которого ценят очень многие уважаемые люди в Америке. Связь между нами, наши взаимоотношения, не всегда напоминают взаимоотношения между учителем и учеником. Они скорее напоминают взаимоотношения между отцом и сыном. Любитель развлечений и хорошего юмора в жизни Сокэ Кубота не обладает той важностью и неприступностью, которую можно было бы ожидать от японского мастера его уровня. В то же время в додзё он требует и неизменно добивается строжайшей дисциплины и абсолютного повиновения. Для него, человека, больше всего дорожащего традиционными ценностями страны, где он родился, источником наивысшего удовлетворения является уважение и доверие окружающим, а также осознание того, что им подготовлено так много настоящих мастеров. И это для него куда важнее, чем успехи в других карьерах – актера или инструктора по подготовке полиции.